Наиболее отличившимся в решении задач по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения сотрудникам органов внутренних дел Самарской области вручаются ключи от новых служебных автомобилей. Ключи от новых служебных машин из рук начальника областного главка полиции Александра Винникова получили сотрудники регионального ГИБДД. С начала года им передали в пользование 109 новых автомобилей «Шкода». До конца ноября на линию выйдут еще 17. Патрульно-постовая служба получила 25 служебных автомобилей «Лада». Тольяттинскому гарнизону полиции ключи от автомобилей в день сотрудников органов внутренних дел вручил губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу. Я хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд. Знаю, что вы всегда готовы прийти на помощь и делаете это ежедневно. Именно благодаря вашему труду, рядового, постового, участкового в первую очередь, конечно же, командиров ответственных, в нашем регионе сохраняется ситуация благоприятная для жизни людей. Новые транспортные средства приобрели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам начальника региональной госавтоинспекции Юрия Некрасова, нацпроект ставит перед сотрудниками ГИБДД серьезные задачи – максимально снизить аварийность и смертность на дорогах. С приобретением нового транспорта будет гораздо проще справиться с поставленной задачей. Светлана Кудрявцева, «События».